Претендент на серебряные награды «Спартак» потерпел сокрушительное поражение от «Памира» 1-5. Даже самые смелые прогнозисты, очевидно, были шокированы таким результатом. Но если анализировать, как команда провела последние 20 дней, то можно было ожидать срыва. Может, не такого сенсационного. Ведь спартаковцы сыграли 6 матчей и в каждом потратили массу физических и моральных сил. На эту встречу их просто не осталось. Все было решено уже в первом тайме, когда «Памир» забил 4 мяча. Первый – Мухамадиев с 11-метрового. Затем стремительная атака «Памира» завершилась точным ударом Мухадова. Вроде бы не так часто душанбинцы угрожали воротам спартаковцев, но атаки строились на внезапности, и при инертности гостей такая игра принесла результат. Прекрасно исполнил штрафной все тот же Мухамадиев. Не успели зрители успокоиться, как им пришлось приветствовать очередной успех «Памира». Базаров с близкого расстояния провел 4-й мяч. Во втором тайме команды по существу доигрывали встречи. Хозяева поля действовали неторопливо, а «Спартак» понял, что отыграться невозможно. Но несколько атак в своем стиле спартаковцы все-таки провели. Очевидно, удача совсем отвернулась от гостей. А «Памир» использовал еще одну ошибку, и Забиров провел 5-й мяч. Вот эта ошибка спартаковского защитника Хлестова. Утешением для спартаковцев стало то, что их главный снайпер Шмаров реализовал 11-метровый. Это был его 12-й мяч в чемпионате, и он догнал Олега Протасова.